Привет, друзья! Ну что, мы продолжаем обзор велосипедов Мирида 2019 года. Сегодня в гостях у нас наш эксперт Брусницын Павел. Паша, привет! Добрый день! Вот, и хотели бы сегодня рассмотреть с вами модель Мирида Big Nine 500. Один из лидеров прошлого года. Ну вот посмотрим, что поменялось или нет в 2019 модельном году. Паша, вообще вот как считаешь, для кого предназначен такой велосипед, вот эта модель? Ну, чисто спортсменно-любительский уровень, такой тоже начальный, да. Вот, велосипед для исключительно тоже для езды по пересеченной местности. Вот, с возможностью, опять же, где-то полазить уже по большим горам за счет использования в данном велосипеде трансмиссии 2х10, но опять же с большим диапазоном. То есть мы. То есть большой рельеф уже. Мы смотрели предыдущий вариант 42-й звездой и с 30-й ведущей спереди. Здесь у нас есть еще дополнительно маленькая, да, звезда. То есть для, скажем так, для тренировок, может, это даже лучше. Ну, если есть возможность, если хочется куда-то в горах прямо покататься. То есть... В хороших, серьезных горах, да? Да, ну да, чтобы был всегда запас по передачам, чтобы не испытывать дискомфортных ощущений, то есть не погибать. Стоит уже вилочка, да, манипу, поинтереснее, больше да. Настроек, да, то есть она также воздушная, блокировка, регулировка отскока, она легче весит, лучше обслуживается, на нее есть все расходники, все комплектующие, то есть с ней проблем не будет вообще, считаю, манипы, вилки в целом хорошие, несмотря на их, может быть, меньшую популярность рынке. Неинтереснее. Ну, зато и ценник более. У них ценник, как бы цена-качество ничем не хуже, чем у Шокса, зачастую даже лучше. Вот. В целом, как бы, такой же велосипед, как мы рассматривали, ну, в предыдущих видео. Вот, только основное отличие есть трансмиссия, то есть цена в сторону диапазона, ну и вилка, да, интересно. Ну, это такой полухороший, наверное, полупрофессиональный все-таки. Ну, да. Но тут каждый для себя выкинет, какой из вариантов ему интереснее, либо тот, либо, допустим, 400-й, да, велосипед. Ну, да. Ну, и вот кому бы рекомендовал? Уже спортсменам-любителям, людям, которые хотят тренироваться, либо которым просто нужен надежный, уже надежный велосипед с запасом прочности для даже для повседневного использования, либо для покатушек каких-то мощных, уже таких частых, интенсивных, то есть не раз в неделю, там, не раз в две недели. То есть каждодневное использование, пожалуйста, без проблем. То есть можно. Да, ну... можно этим заниматься. Стоимость велосипеда на сегодняшний день 57 тысяч, то есть, ну, в принципе, я считаю, нормально. Для навески уровня Dior M6000 и воздушной вилки, как бы, нормальная. Вполне, да. В принципе, цена вот. Нормальная. Ну, в целом, неплохая модель. Да, хорошая. Да. Ну, я бы вот от себя лично отметил, конечно, еще, все равно мне нравится расцветка модели 19 года. У Мириды они стали такие более солидные, серьезные, но опять же это на ваш вкус, то есть это дело такое. Цвет дело личное. Дело личное, да. Дело индивидуальное, поэтому здесь как бы каждый решается. Хорошо, спасибо, Паша, спасибо, друзья, за внимание, то есть будем продолжать снимать наши видео, ставьте лайки, пишите комментарии, всем пока.